Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого сериала. Ко мне вернулся Коля, мой бывший муж. Все серьезно? Я не знаю, зачем ты приехал, но рано или поздно ты мне все скажешь. А пока посиди здесь. Снежка, ты где была? Мы тут себе места не находим. На конкурс красоты я записалась. Сейчас его выиграю, найду себе крутого мужика, и мы с ним улетим на Мальту. Мне тряпусти больно! О, Ксюшка, привет! Девочка такая хорошая, иди ко мне. Ух ты, красавица. Давай, иди отсюда. Фу, а чё так воняет, а? Толь, ты опять курицу-гриль в шкафу оставил? Да не, курица-гриль по-другому пахнет. Ваша Ксюша на ковер нагадила. Привет, лучшим людям города. Здравствуйте, Борис. Ксения – это дочь полка. Все ее здесь любят, подкармливают. Знаете, где у нее любимое место? Вот здесь. Я ее вот так вот глажу. Она фырчит. У меня для вас отличные новости. У нас тут кофейня открылась. Так я договорился, чтобы для вас было бесплатно. Ну, правда, не я договорился, а Елена Сергеевна. Ну, я вам рассказал. А если бы я вам не рассказал бы, так бы сидели тут без кофе. Скажите спасибо, что у вас такой начальник. Ну-ка, ну-ка. Спасибо, Лев Борисович. Слушайте, а что так воняет? Толь, ты опять курицу гриль не выбросил? Ты что, пристали с этой курицей? Это Ксюша написала. Да, Борис, надо ее, кстати, проучить. Вот у нас тренер тоже после себя никогда ободок не вытирал. Ты знаешь, как неприятно было? Постоянно следует ботинок. Вы знаете, куда кошки садятся? Они садятся туда, где что-то болит. А она села на ковер. И что у него болит? Я просто хочу сказать, что у ковра отрицательная энергетика. Вы его скрутите и уберите. Я скажу уборщикам, чтобы его выкинули. Жалко. Ковер-то красивый. Можно было бы его домой взять, чтобы маме было помягче спать. Какой ты любящий и заботливый сын. Спасибо, Слава. Ребят, пойдем отсюда. Здесь так воняет. Пошли, реально воняет. Привет, я думал, ты на Мальте. Да нет, я в Целиноград ездила. Ну, там это торгкомитет конкурса красоты. Слушай, мне твоя помощь очень нужна. Понимаешь, там конкурс такой будет творческий, и там нужно спеть песню и сочинить ее. Ну, может, ты как-то поможешь мне? Ну, есть у меня пара песен. Ну, это немного не тот формат, там нужно что-то типа такого. Сейчас. Хлопай ресницами и взлетай, ресницы не забывай. Я понял, не надо петь. Ты поможешь мне? Ну, я попробую. Спасибо тебе большое. Спасибо. Маш, привет. Я тебе твой скейт принес. Слушай, тут такое дело. Мне пацаны сказали, что сейчас все в интернете знакомятся. Ну, типа того. А я с интернетом не очень. Мы вот с тренером по Почте России переписываемся. Ну, долго, правда.
Зато он мне денежку присылает на день рождения. Хочешь обменять мой скейт на мою помощь? Слушай, Маш, как тут интернет включить? Ничего не пойму. Включен по умолчанию. Запусти браузер и гугли. Ага. Да и нет тут ни браузеров, ни гугли. Господи. Ну что, вот сайт знакомств? Анкету заполнишь? Ладно. Ух ты. Здорово, ты по кнопкам жмакаешь. Училась где? Я вундеркинд. Вундеркинд. А я тебе кашки принес. Держи. И вкусно, и полезно. Солнышком, как в садике. Да прокисла твоя каша. Да я только сейчас приготовлю, она еще горячая. Нюхай. Жри сам. Понял? Вот так. Ты об этом еще пожалеешь. Каша вкусная очень. Я сейчас медленно буду считать до 10. Если насчет 10 ты меня отсюда не выпустишь, я этой кошке сверну шею. Раз. Два. Три. Уже пора доставать ключи, Лёва. Четыре. В критические моменты мозг начинает работать с бешеной скоростью, как гепард, который выслеживает свою добычу. План родился у меня в голове мгновенно. Я решил симулировать потерю сознания, тем самым выиграть время и придумать новый план. Правда, я реально вырубился. Доброго дня. Че, как тебе бесплатный двойной латте с ореховым сиропом? Очень вкусно. Я раньше думал, что ничего вкуснее печенки с макарошками не попробую. А сегодня попробовал. Я навсегда запомню этот день. Блин. Что случилось? Да 50 рублей не хватило. А, так вот, возьмите какой-нибудь. Мы все равно много набрали. Так все это, наверное, не выпьем. Серьезно? Конечно. Царич кремом. Спасибо. Возьмите. Да не надо. Возьмите, возьмите. Давайте. Вы это, кстати, если что, своим передайте, что через нас дешевле можно. Окей. Ты что, не понял? Это же золотая жила. Мы с тобой сегодня за ей-месячную зарплату поднимем. Каждый? Каждый. Орхидея, на-на-на-на-на-на-на, трахея. Просто Снежана моя муза, и я писал песни благодаря ей. А писать для музы я еще не пробовал. Вот поэтому и не пишется ни хрена. Блин, ну ты че, ну? Алло! Ты мне мурашек не хватало. Ты нормальный, нет? Ты что, вообще двинулся головой, что ли? Ты что устраиваешь-то мне здесь? Двинулся, не двинулся. А кошку ты отпустил. А!
Из-за того, что я час провалялся на холодном полу, меня скрутила эта спинная грыжа. Ксюшу, как и Леночку, нельзя было оставлять с этим плохим человеком. И ради этого я готов перетерпеть любую боль. Да ее просто. Два американских? Вот, полюбуйтесь. И так каждые 5 минут. А что не так-то? Да все не так. Вячеслав, касса пустая, кофе нет. А вы не похожи на человека, выпившего 120 чашек кофе. Сейчас я вызову врачей, проведем экспертизу. Если выяснится, что вы меня развести решили, кто-то попадет на большие бабки и может с работы вылететь. Так это не я, это Толя. Кто? Толя? Да, он у нас такой кофеман, одну за одной пьет. Ну, веди сюда своего кофемана, сейчас будем у него анализы брать. Сделай мне кофе. У нас же нет. Ну, иди в автомате купи. Учитель вместо него в коридоре стоит. Не, ну а чё? Он там все равно без дел стоял. Ну а тут человеку приятно будет. Слушай, Маш, я спасибо хотел сказать за скейт, за интернет. Есть там что-нибудь, а? Не, ничего нет. Может, в графе профессии охранник поменяем? Да нет, все правильно, я же охранник. Он у меня даже на бейджике написан. Ну, просто не всем девушкам нравится профессия охранника. Че это? Вот тебе, например, какие нравятся? Ну, я не знаю, там, музыканты. А охранники? Тоже нормальные. Ну, вот видишь, охранник, музыкант. Как Андрюха наш. Как Андрюха, только не придурок. А он и не придурок, он же сидел. Сказать хозяину кафе, что это ты выпил кофе. Иначе он расскажет Борисовичу, и нас уволят. А тебя вообще посадят. Я так и знал, что мы попадемся. Грязные деньги. Пей давай. А вдруг мне плохо станет? У тебя давление низкое, нормально. Походу, сдвинулась с мертвой точки. Нашел телефон композитора, она вообще крутая. Пишет все эти песни для этих певцов из телека. 100 пудов у нее будет песня, которая понравится Снежане. Простите, а что тут за слово? Вот это? Жмых. Ну, это, конечно, сложно назвать текстом. Какое-то бессмысленное сборище букв. Ладно. Давайте 3 моих песни на 1 вашу, окей? Нет. Спасибо. Я могу написать вам песню, она почти гарантированно будет хитом, но это вам обойдется в 150 тысяч рублей. Так. Да подожди звонить, вот он пришел. Так ему ж к врачу надо. Не надо мне никакого врача, нормально все. Да, нормально, он всегда такой. А вот когда кофе не выпьет, вот тогда он звереет. Вы что думаете, мы от хорошей жизни весь ваш кофе выпьем? Нет, он чтобы себя и людей защитить. Мне еще нужен кофе с сиропом. Так ты же весь кофе выпил. Давай тогда просто сироп.
Тихо, успокойся. Ну что, давайте, вызывайте там своих врачей, будем из Толи кофеин выжимать. Я и так вижу, что это он весь кофе выпил. Мужики, давайте договоримся так. Вы мне платите 3 штуки за зерна, и мы в расчете. Шапа, не трясти! Ты травишь нас, гад, еще и деньги требуешь! Ладно, не надо никаких денег! Уведи этого буйного! Запугать хотел! Ты думаешь, я срока боюсь, да? Слушай, моя Толя! Пришла все-таки ко мне. Стоило проявить мне секундную слабость. Да так и с Леночкой надо. Ну а что в самом деле? Пусть она увидит, что я иногда устаю быть ответственным, сильным и справедливым начальником. Ну и пожалеет меня. Приголубит. Вот это тебя Бог покарал. Это моя грыжа на спине. А карать меня не за что. Потому что я идеален. Слушайте, давайте я вам квартиру пропылесошу, а? Нет. А хотите пирог испеку с яблоками? У вас есть яблоки? Я такую шарлотку пеку, вы с ума сойдете. Молодой человек, со всем этим я могу справиться сама. Ну, я понял, на что он намекает. Я с этим могу справиться сама. А с чем она не может? Ну, окей. Ради Снежаны. Ты что творишь-то, а? Я и так как Кличко разговариваю. Ты что, меня добить хочешь? Пошел вон, извращенец! Стой, подожди. Ты меня, наверное, неправильно поняла. Я это, предлагаю тебе секс за песню. Ну, типа, я тебя удовлетворю, а ты меня. А ну, вали давай отсюда! Придурок! Пусти меня! Мне надо что-нибудь разрушить! Толя, успокойся. Сейчас кофейничек отпустят и ляжем баиньки. Успокойся. Не хочешь меня пускать? Когда я буду ругаться, ты перегляз! Жопа! Успокойся! Успокойся! Толя! Толь, ты давай успокаивайся. Поспи, что ли. Расклеился-то. У тебя аллергия, что ли, на цветок? Так давай его заберу от греха подальше. Чего ты мучаешься? Нет, я систему чистила. Пылью надышалась. Цветок вообще ни при чем. Ну, конечно, это не на пыль аллергия. Это на цветок. Просто это первые цветы, которые мне подарили в жизни. Ну, ничего, буду пить таблетки. Нет, тишина. Ясно. Да ты не расстраивайся просто. Просто я никчемный качок, и я никому не нравлюсь. Да ты чего? Ты сильный, ты хороший. Просто по всей России был сбой интернета.
и тебе никто не смог написать. А как только вот починят, то тебе сразу напишут. Правда? Конечно. Спасибо, Маша. Че? Я что-то хрустнула. Прости, Маша. Прости. Ты где был, а? Я тут нервничаю все, а тебя нету. Скучала, значит? Да иди ты. Что с песней? Я ради нее из кожи вон лезу. Она, наверное, даже спасибо не скажет. Мы же друзья. А друзья должны понимать, что у друзей иногда не получается. Нет песни. Не получилось написать. Не получилось у него. Мне без этой песни даже до конкурса не допустят. А между прочим, это моя последняя надежда вырваться в люди. Андрей, мне очень нужна песня. Если ты мне ее напишешь, мы можем заняться сексом. Да. Стой здесь, я быстро. Это джекпот, мать его! Фух, эту ночку придется не поспать. Запасусь энергетиками и к утру такую песню накатаю. Лев, а что случилось? Олег к тебе вот шел. Шел? Ага. Давай, поднимайся, хватит, скулу надо устраивать. Лев, ты не могла бы мне помочь? Ты что-то спину прихватила? Да. Ай! Ревнует. Ага. Другая женщина. Да. Ой. Ну, давай. Сейчас я тебя хоть домой отвезу. Не надо, Лен, не надо, не надо. Что? Я сам. Сам? С такой-то спиной? Ты грязный, как бомж. Еще в полицию заберу. Давай. Ой, какой тяжелый. Пацаны, пацаны, пацаны. Вы опять вырубились, блин. А, ну дрон, ну, потому что уже 4 утра. Блин, ну вы же обещали помочь мне написать песню, понял? Оставь, что есть. Остальное пусть это сама допишет. Орхидея, трахея. Блин, я это на работе писал, мы ничего не сочинили. Так вы же не авторы. Все? Серьезно? Я не знаю, зачем ты приехал, но рано или поздно ты мне все скажешь. Мне пацаны сказали, что сейчас я в интернете знакомиться. Ну что, вот сайт знакомств? Анкету заполнишь?
Есть там что-нибудь, а? Нет, тишина. Просто я никчемный качок и никому не нравлюсь. Да ты чего? Ты хороший. На конкурс красоты я записалась. Там нужно спеть песню и сочинить ее. Может, ты поможешь мне? Ну, я попробую. Не получилось написать. Мне очень нужна песня. Если ты мне ее напишешь, мы можем заняться сексом. Привет. Привет. А что это за пиджак? Твой. Это не мой. Мой вот он. Это тебе подарок. Ну, ты же вчера своим полцентра вытер. Вот я решила тебе купить. Ну, нравится? Только ляпистый немножко. Белый. Я такой не очень люблю. Я черный люблю. Так у тебя же у самого коричневый. Ну, какой он же коричневый, Лен? Он просто выцвел, а так он черный. 7 лет ему, вот такое качество, между прочим. Да какое качество? Он на ладан дышит. Лен, да что ты такое говоришь? Ты вот дерни, вот на, да попробуй. Нет, ну, да по, знаешь, какое качество? Нет, дерни, ну, дерни, дерни, вот просто. Прости. Кто так дергает? Ну, прости. Не, ну я ж просил, ну, так чуть-чуть, вот просто вот так. Ну. Ладно, сегодня жарко, так похожу. Ну-ка, в таком пиджаке не грех сегодня и кальян покурить сходить. Ну что, вот и финишная прямая. Скоро красная ленточка и кровать. Сегодня что, праздник какой? Че ты вырядился, как убыток? Ой, я не буду поддаваться на твои провокации. Хотя мог бы легко тебя заткнуть. Сказав, например, что ты, ну, не буду. У меня сегодня хорошее настроение. Скворечник, застегни только. Слушай, давай расстанемся по-хорошему, а? Я тебя сейчас отпускаю, ты улетаешь на Кубу, я тебе денег даю, но ты больше никогда сюда не возвращаешься. Отличное предложение. Только я тебе вот что скажу. Прежде чем я окажусь на Кубе, я заеду к ментам. И все им расскажу. Чтоб тебя, психопат, засадили лет на 7, а то и на 10 за все твои дела. И за каждый мой день здесь ты бы сидел год там, год за годом, от звонка до звонка. Понял? Жижа вонючая. Абсолютно немотивированная агрессия. Но если я его выпущу, он же в полицию пойдет, меня посадят. А как же я с Леночкой в такой ситуации кальян буду курить? Был бы у меня компромат какой-нибудь. Компромат. Время нас разделило, ему наплевать. И безумно тоскливо тебя вспоминать. Много лет уже прошло. Произойдет фантастический случай, нас на место вернет. Мы начнем все заново. И там еще 3 припева. Как-то так. Блин. Это нереально круто. Не знаю, какая-то хрень. Это же не от сердца. На заказ же писал. Ты ничего не понимаешь. Ну чё? Я своё слово держу. Круто, чё? Чё круто? Будем делать.
Чик-чик. Чик-чик? Ой, смешно, ты офигительно смешной. Слушай, а может быть, ты передумал? Ничего не передумал. Че, куда идти, давай. Ну смотри, сегодня выходной, никого нету. Ну или тогда уже в среду, просто я до среды занята буду. До среды я не дотерплю. Давай тогда здесь. И в душ, а потом массажный кабинет. Ты же тоже придешь, да? Добрый день. Давайте сразу на чистоту, потому что обмануть вам меня все равно не удастся. Вы любовница Николая, так? Коля? Коля, ты? Я тебя из-под земли достану, собака ты сутулая. Я не Коля. Я просто знаю, где он. Мне нужен Коля. Мне нужно знать, зачем он вам нужен. Возможно, наши цели совпадают? Это не телефонный разговор. Давайте где-нибудь встретимся в кафе. Только платите вы. Простите, а вы мужчина или женщина? Это что за прикол? Если ты сейчас не оденешься, я тебе задний двор раздраконю. Спокойно, не надо. О, а ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Меня Елена вызвала прическу сделать. А чего он тут делает? Он помыться зашел. Держи. Да, сполоснуться зашел, потому что жарко сегодня. А что ты тут делаешь? А я у тебя же крем взял. Да, так я за кремом-то и шла. Думаю, что так долго с моим кремом делает. Где крем? Да, где крем? Я его потерял. Как раз это и хотел сказать. Плохо. Ну ладно, что, иди тогда. Да. К вам Елена должна прийти. Ты сказала, никого не будет. Что за палево? Ты мужик или как? Тебе девушка секс предлагает. А ты с этим никак разобраться не можешь. Или что, я за тебя должна все делать? Давай, Дим, место ищи. Ну или на среду перенесем. Вчера Машка позвонила, просила сегодня зайти. Но я думаю, что-то рассказать хочет. Не, ну рубашку я просто так надел. Настроение такое. Тупо совпало. Привет, Маша. Алсуй. Шутка. Тебе девушка написала. Круто, да? Круто, наверное. Давай, не тупи, Халк. С собой девушка хочет на свидание пойти. Надо только фотку скинуть. Вставай в какую-нибудь позу коронную. Блин, да не знаю никаких поз. Слушай, как-то все так быстро получается. Может, не надо? О, надо. Сейчас на свидание сходишь, женщину нормально встретишь, ага. Ко мне таскаться перестанешь. Ну, а мне нравится к тебе таскаться. О, Лев Борисович, а что такой нарядный? С чего ты взял-то? Значит так, соколики мои. Мне сейчас нужно отъехать на переговоры к моим кубинским партнерам. Вот. Да-да, не удивляйтесь. У меня связи на всех континентах. Кто-то из вас должен поехать со мной. Для прикрытия. Ну и для солидности тоже. А как вы будете с ними разговаривать? Вы знаете кубинский? Они на испанском вообще-то говорят. О, ты со мной и поедешь, раз так хорошо знаешь их культуру. Так, вы все тут сидите, да? А ты что ты хотел, Андрей? Не, ничего, я думал, здесь никого, а вы здесь. Это хорошо. Значит, план такой.
Я специально договорился встретиться в узбекском ресторане, чтобы было понятно, кто кубинец. Мы с тобой садимся за стол и смотрим, с кем он придет. Если что-то покажется подозрительным, оплати счет и тихо уходим. Привет, брат. Мы тоже из охраны. Нам нужно такое незаметное место, ну, чтобы незаметно сидеть и быть, если что, тоже незаметно. Вон там подойдет? Ну ладно, легенда такая. Мы отец с сыном, и нас разучила мать. Окей? Окей. Привет. Я зашел сказать, что давай у нас все будет так же, как было раньше, типа. А то чего мы как эти, а? Давай. Круто. Круто. Слышу, у тебя раскладушка где-то была, да? А, привет, Андрюх. Извиняюсь. Я, походу, не вовремя, да? Андрюх, подожди. Здравствуйте. Это вы мне звонили? Может, да, а может, нет. Вы просто сказали, что вы из ЧОПа? А здесь больше никто так не выглядит. Сынок, иди погуляй. Пивка попей. Слушай, а чего Андрей-то заходил? Отправил. А? Дверь перепутал. Понятно. Ух ты. Ты мне очень нравишься. Маш, ну вообще-то я первым должен был это сказать. Федя, это... девушка ответила, ты мне очень нравишься. И она тоже? Ни хрена себе поперла, а? Вот это да. Это я что, теперь еще и выбрать должен? Я выбираю. Слушай, все. Все, гора. Иди давай. Тебе еще к свиданию готовиться? Давай, давай, не тупи. Так, сейчас. Вот. Коля приехал к нам туда, чтобы, ну, типа, поднимать гостиничный бизнес. Я договорился с очень уважаемыми людьми, деньги внес. Встретились, все обговорили. И он пропал. Из-за него мне пришлось приехать сюда. И я вынужден работать в этом кубинском баре, в этом... Кстати, если нужно корпоратив провести... Ну, допустим, допустим, я отдам его вам. А что будет дальше? Это мне реально поможет вернуться на мою историческую родину. Лев Борисович. У вас паспорт с собой? Черт, да. Что случилось? Да не, все отлично, Толяс. Сегодня вот на свидание иду. Волнуешься? Откиньте, массаж лица тебе сделаю. Мне лучше всего при стрессе помогает. Да ничего я не волнуюсь, Толь. Просто Машка, она мне так помогла, я что-то даже спасибо не сказал. Она еще так сказала, что к ней таскаться не буду. А тут, а вдруг я хочу таскаться? Федь, мне кажется, или тебе нравится Маша? Да ладно, ты уж скажешь, нравится Маша. Ты как отец мой. Тот тоже не ценил мамку, пока в тюрьму не сел. Только потом понял, что ее любит. А уже поздно. Она далеко от него. Он 4 раза из тюрьмы сбегал, чтобы меня зачать. Я что, в тюрьму сяду? Я не знаю. Я не про это, я про любовь. Ее ценить надо и хватать, пока не поздно. Вау, как классно. Я бы здесь жить осталась. Красиво. Ну что, как будем делать это? Как все?
Ну нет, я имею в виду вот на диване. Ну или на столе, может. Как? Ну, ты загнула, конечно, на столе. На столе было бы круто. Ну, окей. Я первый разденусь, или ты? Ой, ну могу и я. Давай вместе, так честно будет. Давай. Все. Все хорошо. Выглядите просто супер. Спасибо, Витальчик. У тебя не руки, а золото. Я это еще в 15 лет понял. Охренеть. Ты просто шикарна. Ты тоже ничего. Только соски у тебя какие-то маленькие. Начнем? Давай. Извини, я так не могу. Что такое? Я думала, что я смогу, я не могу. Это что, из-за сосков? Давай рубашку надену или руками вот так закрою. Я себя чувствую прям фу как-то, понимаешь? Мы же с тобой даже не встречаемся. Давай встречаться. Ну а толк-то, что мы будем встречаться? Ты простой охранник, я вообще работаю в СПА. Я так ничего не добьюсь того, что мечтала всегда. Но мы же нравимся друг другу. А я тебе этого никогда не говорила. Слушай, давай я тебе верну твою песню и... У нас не получится ничего. Извини. Снеж, ну как так, а? Передумал? Готов уйти? Пошел ты. Окей. Заходи! Попался, сволочь. Думал, обманул всех на Кубе и спокойно сбежал в Москву. Наобещал отели и пропал. Кому что наобещал? Ты посмотри на него, какие нафиг отели? Он не просто кинул меня. Он спал с моей сестрой. Она проститутка. Она была проституткой. Была! Пока ты ее не надул. Она кормила всю нашу семью. А ты... Ты испортил ее. Я отрежу тебе член. И ты сдохнешь в этом подвале. Здравствуйте. Привет, ты такая хорошенькая. Я кто поговорила? До свидания, Елена Сергеевна. До свидания. Все хорошо? Да вроде да. Вроде нет. Подожди, что случилось? Нет. Давай, провожу, расскажешь. Я как раз домой иду, могу и тебя прогулять. Да нет, иди. Все хорошо. Я просто хотела еще в солярии позагорать. Ну, хорошо. Что? Мы так не договаривались. Я должен расквитаться с ним. У меня есть деньги. Сколько он тебе должен? Рис стоит 50 песо, вода 30 песо. Сколько же тебе нужно? $5000 и $300, которые я вложил в твой гребаный отель. Послушай, я отдам тебе эти деньги, а ты... Ты увезешь его на Кубу, как и обещал. Еще $20! Женя, Женя, у него много денег. Послушай, ты меня вот отсюда оттягни, а я к тем 5000. Ну, добавлю сверху еще. Тебе придется добавить очень много. Да, я добавлю, добавлю. Очень много! Да сколько, говори? $500. Thank you.
мне сказать тебе кое-что надо. Короче, ты это... Все срочно в кабинет к Льву Борисовичу! Ему тут плохо! Мне это бежать надо? Ну, ты это знай. Я на свидание не пошел. Вот. Давай, алло! Скорая! Человеку плохо, в бизнес-центр Соловей, срочно! Очень сильно его ударил по голове. Боюсь, что медицина тут бессильна. Ну, бессильно сказать, кто именно его ударил. Черепно-мозговая? Если бы. У него все гораздо сложнее. Ему надо было месяц назад к нам обратиться, когда он только перестал в туалет ходить. А так пролежать целый час на спинке стула, вниз животом. Вот и у него и случился кризис. Ну, все будет хорошо. Сомневаюсь. Он производит впечатление такого... конкретного неудачника. Да идите вы в баню! Да. Лена? Лёва! Ой, ты нас больше так не пугай. Ребята! Здорово! Здорово! А тут не так плохо, как кажется. В соседнюю палату вон Петросяна привезли. Да ладно? Да, смешной такой. Только курит много и, когда здоровается, руку сильно очень жмет. Диагноз подтвердился. Кишки. Запутались они, как и вы без меня. Федя, пока меня нет, ты за главного. Помните, я хоть и не с вами, но я есть в каждом из вас. Я и есть каждый из вас. Вот ну, как-то в «Матрице» было лучше сказано. Ладно, давайте обнимемся, да идите уже. Вам нужно, чтобы наш Соловей еще летал высоко. А у меня обед скоро. Вот, сейчас там Петросян тут. Ну чего, сейчас покушаю салатик, там еще будет еще. Салатик, Петросян, что ли?